Привет, меня зовут Рина, и я устала. Ау. Сегодня я приехала. You're taking yourself. Yeah. Selfie. Yeah, it's selfie. It's okay. Сегодня хочу вам рассказать то, что, да. Всем привет, меня зовут Рина, и я сегодня хочу вас познакомить незадолго. То, что палит. А в следующем видео про фестиваль вегетарианцев я вам расскажу всю историю и в следующем видео про фестиваль вегетарианцев я вам расскажу историю и а в следующем видео про фестиваль вегетарианцев я вам расскажу историю и также покажу уличную профессию. Профессию? Что? А в следующем видео про фестиваль... Проходите. Hello. Я вам покажу сейчас. Коллеги идут. Тоже фотографируют, снимают фестиваль вегетарианцев. Дело в том, что сначала на этом флаге был размещен бренд, который символизирует... Нет, который... Пивной бренд. Эй, уйди, муха! Каждый год устраивают фестиваль вегетарианцев. В это время они посещают храмы и что-то еще. Чтобы посмотреть все красочные парады, шествия, вам достаточно приехать в Пхукеттаун, в район торгового центра Робинсон. И что дальше-то?